Хождение по мухам. Ремонт называется, да? Отвалился выключатель. А что тут? Вообще, по идее, надо, наверное, выключить этот. Электричество, да? Но тогда у нас не будет веселья. Что тут? Много ума надо, что ли? Я не думаю. Как там? Ебанет? Не должно. Вот и я думаю, что не должно. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Свет не отключал. Кто-то ходит там в коридоре. Блин, ну отвертки, конечно, суперские. Интересно, открутилось, не открутилось? По идее, это должно, да. Еще одна. Главное, что характерно. Я потом смогу все это вставить обратно или нет? О, бог ты мой, бог ты мой. She on fire. Жесть какая, где другая отвертка? Да что ты за... Вот я баба дура, блин, у меня такая вещь шикарная есть-то. Я ковыряюсь непонятно чем. Короче, эту штуку мы... А что дальше? А что так? Ну и? А как дальше-то? Это работает. Ой-ой. Тут очень много запчастей, оказывается, у выключателя. У меня не очень хорошо получается. Но получается. Блин. Что-то мне кажется, что у меня останется много лишних деталек. Или меня ебанет, не ебанет, не должно. Ну и чё? Всё ж правильно же сделала. Всё вываливается, блин. She's on fire. Как дальше-то? Ой. Твоя песенка спета. Надо, наверное... Короче, я поняла, оставляем эту конструкцию в покое. Надо потом будет отключить электричество и отсоединить эти два алюминиевых провода. И потом обратно их выкрутить. Потому что иначе у нас не будет света. Не будет света, будет полная джи-джи-лупи, good game, fuck you. Все, поехали? She on fire, блин. Никогда не нравились эти обои, хотя выбирала их сама. О, нифига, тут радио есть. А вы не знаете, это... Интересно, у перфекционистов плохо на душе, что я сразу не складываю обои в какой-нибудь мешочек? Или нормально? Нужна табуретка. Блин, как все убого. Да, цементный обложки обложки. Не так-то плохо, кстати. Получается. Тут еще плинтус. Ну, ё-моё. Похороните меня за плинтусом. Где ты? Как ты? Ну-ка. Оп-оп-оп.
Нет, наверное, крестовая, точно крестовая. Плинтус на крестовой этим. Накрашена, как ведьма, знаю, это были небольшие социальные эксперименты. Отмойся. Это я пыталась стрелки Smokey Eyes полная ГГ. Ну, приезда. Покинула чат. Забери меня пьяную домой. Только не ругайся сильно. Все, что хочешь. А где все эти саморезы? Я потом уже буду искать где-нибудь в другом месте, там, где их абсолютно не было. Забери пьяную домой. Делай все, что хочешь. Забери пьяную. О, она телефон какой-то. Пьяную домой. Этой ночью. А могла бы сейчас вино пить в одной компании, но обстоятельства вынудили меня сделать это. Сидеть дома. Сиди дома. Никуда не хочу. Один раз уже сходили. Больше не пойдем. Где лофт-то, как лофт? Я даже не помню такие обои. Только не ругайся сильно. Забери пьян. В провинциальном городке был праздник, музыка звучала, но вот в ликующей толпе возник зловещий лигради. Нет, в провинциальном городке был праздник, музыка звучала, и вот в ликующей толпе возник зловещий лик бродяги. Он шел, как будто бы один, толпа его не заметила. И как-то странно на него смотрели местные две собаки. В черном цилиндре наряде старинном в город на праздник путник очень спешил, по горам пробирался и улыбался, но камень сорвался в пропасть горных вершин. Замученной дорогой я выбился из сил, и в доме, смекая, ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня впустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Так. Что-то я по частям песни-то помню, какую-нибудь. Даже не знаю. Я... Как там? Я рисую. Я рисую.
На асфальте белым мелом слово. Хватит, хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на волю. Я рисую белым мелом все, что так давно хотела. Кардиограмма сердце мира терпит раны. Я наставляю пудра в мусты. Я жизнь такая шакула, ты беззубая. Завтра мелочи идут в мужах десятки машин. За собой следы ставят разноцветных шин. Эй, потолок пошел. Мир похожий на коллегу в черном, трудно быть цветному человеку. Мел стащила в пятом классе, жалкость жизни разу красить не стащила. В пятом классе жалко и не всю жизнь разу красить. Я и я жизнь, какая ж ты акула, ты ж беззубая. Завтра я уже и десятки машин за собой следы оставят разноцветных шин. На самом деле, сейчас бы ебашила музыка во всю катушку, но тогда бы Ютубу это не понравилось. Поэтому я развлекаюсь как могу сама. Зачем? А чтобы что там делать? В отпуске. В отпуске надо что-то делать. Не сиди же весь отпуск у телека бухать. Фу, блин, нифига. Пыльщик-то. Какая херня? Веселуха же, ну, пойдем с этой стороны еще надо будет. Или как? Или как? Нам надо перетащить. Перетащить у нас осталось тут что? С этой стороны? Я рисую на асфальте белым мелом слово. Хватит боли, отпусти себя на волю. Я рисую белым мелом все, что так давно хотела. Линь взгляд. Мира терпит раны. Фиолетовая. Какая ж ты акула, ты ж беззубая. Завтра машины в лужах и десятки машин. За собой следы разноцветных шин. Это классно. А где шпатель? Теперь шпатель ищи, ищи, ищи. О, резинка? Нет, не резинка. Где все-то? Все туда попало. Во дела, как сказал бы Зинков. О. Надо сложить все в пакет для начала, а то уж это много получается. Пакет у нас где?
отдельные пакетики. Пролезть. Вот кто хотел это шоу? Вам это нравится?